Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Я поздравляю всех, кто с нетерпением ждал, когда же снег начнет таять и можно будет с головой окунуться в дела садовые. Конечно же, и мы не могли обойти своим вниманием эту тему. Но, как всегда, немного нетрадиционно подошли к вопросу. Мы решили построить свой сюжет от противного. Мы расскажем, что вам не нужно делать в саду весной. Мы сделали небольшой хит-парад наоборот. Собрали несколько советов, на наш взгляд, крайне вредных, у коллег-блогеров и на некоторых форумах. Итак, совет первый. Утопчите снег вокруг деревьев. Причем это советуют делать после каждого снегопада. Говорят, что это может спасти растения от возвратных заморозков. Мол, растение проснется позже и сможет пережить вернувшиеся морозы. Защитит корневую систему от промерзания и сохранит ваши посадки от грызунов. Совет хороший. Если Новый год вы отмечали где-нибудь на Таити или на Бали, и хоровода вокруг новогодней елки у вас не было. Но вот зачем это делать в феврале, марте или начале апреля? То есть дачники и ландшафтники, консервирующие участки до весны, рискуют потерять все свои деревья. Деревья вымерзнут, погибнут весной от не сдающей свои позиции зимы или просто будут съедены грызунами. Так получается? Давайте по пунктам и с самого начала. Первое – спасение корневой системы. Ни для кого не секрет, что от того, насколько снежной будет зима, зависит зимовка наших растений. Снег, словно пуховое одеяло или надежный щит, кому как нравится, укрывает и сохраняет наши растения от морозов. Именно поэтому мы закрываем растения лапником и делаем всевозможные укрытия. Именно для снегозадержания. Но все это работает только с одним условием. Снег должен быть рыхлым. И еще неплохо бы, чтобы сначала снег выпал, а потом ударил мороз, а не наоборот. В этом случае земля не сильно промерзает. И нашим растениям не страшны ни лютые морозы, ни весенние ожоги. А вот когда мы его утаптываем, мы все делаем наоборот. Мы же с вами понимаем, что рыхлый, неутоптанный снег по своим свойствам чем-то напоминает пенопласт. А утаптывая, мы делаем вокруг растения ледяной воротник. Или, наверное, правильно сказать, ошейник. Второй пункт, почему советуют утаптывать снег вокруг деревьев, это замедление вегетации. Вы, несомненно, ее замедлите. Но, скорее всего, это сыграет с вашими растениями злую шутку. Ранняя вегетация свойственна более южным растениям. Может, это и спасет их от возвратных заморозков, но сократит период вегетации в целом. Плюс еще вопрос, насколько это действительно затормозит пробуждение растений от зимней спячки. Крона дерева или кустарника все равно неизбежно отзовется на повышение температуры воздуха. Ведь температура будет с каждым днем повышаться. А вот корневая система в этот момент будет еще бездействовать. Все это может привести к тем же самым весенним ожогам или просто к гибели растения. Не надо замедлять вегетацию. Надо с умом подходить к выбору вида растений. Смотреть не только на морозостойкость, но и на зимостойкость. Третий пункт, почему мы должны утаптывать снег вокруг деревьев, это спасение от грызунов. Тоже звучит достаточно сомнительно. Если ваше дерево будет единственным источником пропитания для полевок, то вряд ли их что-то остановит на пути к источнику пищи. Защищать растения от грызунов надо, но не так. В конце концов, есть специальные сетки для стволов. Если подумать, то можно найти множество интересных и менее безболезненных для вас и растений способов защиты. Итак, что у нас получается в остатке? Утаптывая снег, мы оттягиваем и так короткую вегетацию, затрудняем поступление воздуха, что никак не может хорошо сказаться на состоянии корней. И плюс рискуем спровоцировать всевозможные грибковые заболевания, опять же, из-за недостатка воздуха. Второй совет, который очень сильно удивил – поливайте снег водой. Это спасет ваш сад от весенних ожогов. Вот этот совет меня на какое-то время ввел в ступор, и я даже потеряла дар речи. Этим лайфхаком с нами поделилась одна из подписчиц, и, насколько я поняла, даже успела им воспользоваться. Если честно, я решила, что она неправильно поняла человека, который давал этот совет. Но нет, именитый ландшафтный дизайнер на полном серьезе говорит, что в конце февраля
нужно поливать снег холодной водой. И желательно делать это регулярно, с периодичностью в 3-4 дня. Интересно, что ему сделали бедные растения, что он их так ненавидит? В данном случае грибным заболеванием, затруднению дыхания корневой системы и оттягиванию вегетации добавляется еще ранняя смерть от холода. Лишить растения защиты в самый холодный месяц года, в феврале? Единственное, что успокаивает, что в этом году в Ленинградской области и в Московской февраль был относительно теплый. Не было пугающих крещенских морозов и холодного вымораживающего ветра. Тоже не было. Да и в начале зимы снег сначала выпал, а потом уже ударили морозы. Автор этого доброго совета прав только в одном. Действительно, есть такой прием, когда весной проливают почву вокруг растений теплой водой, чтобы избежать весенних ожогов. Но не в феврале и не в марте, это точно. И не каждый год есть такая необходимость. Прием этот применяется в тех случаях, когда земля успела сильно промерзнуть еще до того, как зима укрыла все своим снежным одеялом. В этом случае весной земля долго не оттаивает, хотя снег давно уже сошел, и дневная температура уже далеко за плюс. Иногда по той же причине так делают в тенистых местах, чтобы ускорить вегетацию. Нужно ли бороться со снегом? Нет. Снег в феврале – это гарантия того, что растение не вымерзнет. Снег весной – это живительная влага для растений. Вы же, когда просыпаетесь утром, идете на кухню пить чай. Так почему вы лишаете этого удовольствия свои растения? Со снегом бороться не надо. Надо бороться со снегом, превратившимся в лед. Именно он наш с вами враг. Именно он приводит к выпреванию растений. Именно он может стать причиной солнечных ожогов. На этом все. Я понимаю, что у вас уже начался весенний зуд. И руки чешутся уже хоть что-то начать делать в своем саду. Если так, то дождитесь следующего выпуска, и мы расскажем, с чего можно начать.